Добрый день, дорогие друзья и подписчики канала Самобранка. Готовим сегодня вкуснейший рецепт замороженной клубники на зиму с манго и бананами. Несмотря на простоту этого рецепта, клубника получается потрясающе вкусная и освежающая. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал Самобранка, и вы не пропустите новое интересное видео. Итак, для приготовления нам необходимо клубника свежая, манго, бананы, мелкий сахар, песок. Клубнику моем и удаляем чашелистики. Бананы нарезаем кружочками, а манго мелкими кубиками. Засыпаем фрукты мелким сахаром приблизительно 250 граммов и все хорошо пробиваем блендером. Массу переливаем в специальные судочки. Мы можем подписать наши судочки и поставить дату приготовления этого блюда. Замораживаем при температуре минус 28 градусов Цельсия и храним в морозильнике. Дорогие друзья, обязательно приготовьте такой летний десерт для зимнего вечера и порадуйте своих близких. Его с успехом можно подать к оладьям, чаю или кофе, украсить мороженое или добавить растопленный желатин и сделать прекрасное фруктовое желе. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока!